как вы уже видите, вот такой вот у нас вот психоделический коридор. Посмотрите на этих людей, боже мой, это какие-то монстрики лысые. Здравствуйте, добрый вечер. Я, конечно, в шоке, потому что в прошлый раз они просто построили эту штучку вот там вот дома на втором этаже. А теперь, ё-моё, а вот это их главарь. А вот это самый главный заводила, посмотрите, ничего себе. Просто посмотрите на его стеклянный взгляд. Брателло, ну-ка, ну-ка, я ничего не поменялось, ну ладно. О, а вот это сидит вообще человек, я не понимаю. Брателло, ты здесь что там забыл, ё-моё. Вот это, конечно, да, построили себе вот такой вот дом, в общем, смотрите. В общем, друзья, вот этот демон прилип памперсами к носу вот этому демону. Этот демон куда-то бежит, непонятно куда, а вот этот демон что-то... Не знаю, что это такое. Это какой-то непонятно, что это за танец, какой-то вальс. В общем, друзья, вот это дом, где живут демоны. И теперь мне нужно их всех оттуда ликвидировать. Правда, вот этого не знаю, как оттуда забрать. Ну ладно. Лейси, тебе осталось 3, 2, 1. Моя пушка меня еще никогда не подводила. В смысле? Да слазай, лысый. Ой, слазай. Ну слазай, лысый. Ой, ё-моё, вот сейчас туда упадет куда-то за лифт. Ну-ка, туда к лифту упадет. Ну, ой. Лысь, хоро! О, ушел! Мы его потеряли, или нет? Лысь, я могу к тебе запрыгнуть вот так вот. Нет, не могу. Или могу. Ой, не, не могу, ё-моё! Лысь! Ну-ка, 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 ну, я все равно своего добьюсь! Я своего добьюсь! Главное прицелиться! Главное прицелиться! Смотрите, прицел плавает! Плавает! Боже мой, как! Когда мне выстрелить, лысый? Сейчас погодите, 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 друзья, погодите, погодите! И! Лусь! Хорош! Попал! Лусь! Лусь, 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 лусь! Хорош! Все, друзья! Один демон был ликвидирован! Теперь, друзья, вот этих демонов всех остальных мне нужно ликвидировать очень простым способом. Для этого нам понадобится вот такой вот передячий пар, чтобы этот демон смог себя показать. Интересно, он сможет покинуть свой дом или нет? О, теперь он начинает плакать. Почему? Я не понял. У него же был стеклянный взгляд. Ну ладно, ну-ка. А, в смысле? А, я могу его кормить? Ну-ка. Ну! Ой-ой-ой-ой-ой! Во какой человек глупый! Просто напукал у себя в будке и еще веселится. Посмотрите. И ему стало весело, ё-моё, он у себя в будке напердячил и теперь не веселится. Ну, хватит, ну, знаете, такое себе веселье, если честно, не очень. Сейчас посмотрим, как действуют на них вот эти кайфарики, шарики, фонарики, пердячие шарики, кайфарики. Ну-ка, братаны, кто из вас будет первый? Ой-ой-ой-ой, я, кажется, думаю, что будет это вот этот. Лусь, хорош! Ой-ой-ой-ой-ой, не, братаны, праздник заканчивается, все. Мне не нравится такой праздник, что это такое? Ну-ка, у этого даже. Ну, и этого понятно, что голова кружится. Этот напукал у себя в коробке, ну, в принципе, а нет, нос там, носом там. Ну, короче, нюхает, ладно, нюхай. Итак, друзья, что мы имеем? Лысая пердежа нюхальница, ну-ка, лусь! Хорош, ё-моё, еще и подгузники загорелись там. Лысый, ну вот это ты предал, преподал. Вот преподал, так преподал урок, вот это да. Братуха, мне кажется, в школе на трудах у тебя будут одни пятерки, потому что ты как бомбанешь это самое, то все будут в шоке. Ну ладно. Итак, друзья, конечно же, мне теперь интересно дать вот эту штучку кому-то из них. Так, вот, брателло, что ты как играешь на гармошке? Тай-тай, балалай, 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 я лысый, балалай, 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 балалай. Ну все понятно, ё-моё. Ну, братаны, мне, конечно, нужно бомбёшку-лепёшку принести вот в эту такую вот коробочку, где живут эти демоны. Лысые, мне кажется, пришло время зайти к вам в гости. Итак вот, лусь! Хорош, ну все понятно, своих не приглашают, хорошо. Сейчас я всю эту шайку разгоню одним очень интересным предметом. Мне для этого, друзья, нужен вот такой вот распуши... В смысле? Они там что-то дергаются, я не пойму, смотрите. Ё-моё, какое-то движение происходит, ой, они болтаются. Ой, если я сейчас кому-то дам, кому-то дам, кому-то дам. Ой, в это, ой, они что... Братаны, только не нужно наружу вылазить, я пошутил, смотрите, как мне интересно наблюдать, что там происходит, вот это да, как-то они как-то шевелятся все, ё-моё, как мне вас покормить, братаны, мне нужно это кому-то дать, смотрите, у меня не получается, курсор просто наводится и резко исчезает, ой, он уже в пол забетонировался и вылез, вот это, друзья, вот это дискотека века, просто смотрите, дискотека века, дискотека века. У этого точно дискотека века, боже мой, за этим можно наблюдать вечно. Ой, хорош, вот это дискач, смотрите, дискач дает, лысая опухоль, вот это да. Ой, ой, хорош, что это такое? Этот вообще вот сюда, ой, этот уже здесь, боже мой. Друзья, я не знаю, вы знаете, мне хочется просто вот так вот встать, и чтобы вы это смотрели. Это просто за этим можно бесконечно наблюдать. Этот на жопе уже 20 метров прополз. Я не пойму, что здесь за психодел. Смотрите, этот уже просто стоит. Что это за какие-то рободвижения, мультяшные движения, мультидвижения и сальто вперед-назад. Боже мой, это какой-то паркур, паркур в движении. В общем, друзья, у меня появилась такая идея. Если вы хотите, я могу вот так вот просто оставить экран на 2 часа, и вы будете смотреть, как эти лысые, ну, собственно,
Чудят всякие приколы. Ну это просто какой-то кошмар. Ну как это можно такое? Вы знаете, мне хочется даже сделать отдельную серию. Просто вот так вот встать и наблюдать за тем, как эти лысые танцуют вот в этой. И самые друзья, что интересное, они реально делают всегда новые движения. Ничего не повторяется. Смотрите, он ему пузо чешет или что? Я не понял, братаны. Ой, боже, и так, и сяк, и наперекосяк. Божечки, братаны, да успокойтесь. Мне такая дискотека не нравится. Ну вот это реально. Ой, а какие движения новые, боже мой. Да можно только позавидовать. Смотрите, вот бес какой, ходит ногами по потолку. Ой, в смысле? Кто-то, вы видели? Вылетел человек один, я не понял, что за прикол? Я не знаю, как это произошло, я его даже не брал. Этот, конечно, сидит себе, а этот вот здесь. Лысый, ну-ка, его можно подобрать было, вот это бес. Ну-ка, если этого беса вот туда, вот туда. Бесы все вот там живут, хорош, ну хотя бы там посиди. О, этот уже ухо себе чешет, стоя на голове. Смотрите, как нога крутится в разные стороны. Лысый, Нет, ну я не могу, посмотрите на этих червячков. Эй, червячки Джимми, Джимми, червячки. Лысые, ой-ой-ой. Ой, что-то его что-то заносит. У него что-то ноги как-то и туда-сюда. Ё-моё, хорошо, братаны, мне кажется, еще будет веселее, если я просто сейчас пойду и возьму еще какую-то такую прикольную штучку. Что мне такое можно им дать еще для выкрутасиков? Ну-ка, не, передачий парк, конечно, навряд их заставит двигаться еще быстрее, но чем черт не шутит. Главное, как-то аккуратненько. О, вот так, лусь! Нет, ну понятно, боже мой, сейчас дискотека вообще такая начнется, он напердел в этой коробке, боже мой, какой кошмар. Лысый, ну-ка, ой, а это что такое? Они что-то успокоились, братаны, вы что, натанцевались? Я думал, ой, тут... Ну что это за движения такие? Боже мой! Ой, смотрите, смотрите, как он летит. И на спине, и так, и на голове, и так, и сяк, и срак, и так. Ё-моё, вот это, конечно, застрял. Вот этот застрял, я думаю, у него энергии много. Он просто реально застрял. Вот этот что-то там тоже головой туда ушел. О, я думаю, теперь, братаны, точно будет что-нибудь такое. Что-нибудь такое будет необычное. Ну-ка, вот этому пассажиру нужно дать. Ну-ка. И лусь! Хорош, ничего себе! Братаны, я не понял, о, снова дискотека века начинается, что такое? Во, я придумал, я сейчас дам попрыгунчик, братаны, я вам сейчас дам реактивный попрыгунчик. Вот это сейчас там будут прыгать, они как цыплята, ну-ка, кому дать, за копеечку продать, ну-ка. Главное, аккуратненько, чтобы это как-то не... Ну-ка, стой, остановись на секунду. Стой. Ну посмотрите, ну не можно, ну абсолютно, ну как-то... Вот, смотрите уже куда, смотри куда, щемится. Опа, хорош, ну-ка, давай, браты. Прыгай, ну что такое? Он должен вообще-то рикошетить, я не понял, что он как-то... Божечки мой, что здесь происходит? Какой кошмар, друзья, вы еще видели такой хоть раз в этой игре? Это какой-то просто прикол. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, обязательно напишите «Лысая дискотека века». Вот это будет кодовое слово, и я буду знать, что вы мой самый преданный подписчик, и смотрите мое видео от начала и до конца. Поэтому я еще дам вот такой вот раз, вот такой вот освежитель воздуха. Знаете, почему освежитель? Потому что если я сейчас дам эту штуку, кто-то ее скушает, и как разбухнет, взорвется, то с этой коробки вся вонь выйдет. Ну-ка, аккуратненько, как-то нужно дать. Вот так вот. Ой, стой. Ну что, ну ты посмотри, ну я взял все профукал. Лысый, а ты куда собрался бежать? Боже мой, вот, друзья, что означает, когда говорят, одна нога здесь, другая там. Вот это, собственно, вот это и означает. Лысый, я тебя вижу, и лусь. Ну-ка, интересно, ой, смотрите, сиди, твой единорог какой, что ты сидишь? Вот туда. Хорош. Ой, полетел, где там плавают, я не пойму. Там либо гравитация, либо вода, что такое? Что там, что это за мультик такой, смотрите. Это какой-то про, это прикольдесы. Друзья, вы знаете, у меня реально что-то такая идея появилась. Может сделать такое видео на 2 часа, где они просто будут вот здесь вот так вот всяким разным образом шевелиться. Если кто хочет такое психоделическое видео, обязательно напишите это в комментариях. Хочу видео длиной 2 часа. И я запишу видео 2 часа, как они вот так вот сидят. Ну, может не 2 часа, может час. Как они вот так вот просто сидят и танцуют. Ё-моё. Друзья, кто хочет такую дискотеку, обязательно напишите это в комментариях. Ой, кажется, у нас проблемы. Демон выпал наружу. Ну ладно, друзья, мы его быстро ликвидируем. Ликвидирейшн. Вот так вот, брателло, сегодня не будет Sony PlayStation. Ликвидирейшн. Все, брателло, я тебя споймаю. Не бойся, потому что я твой старший брат. Лусь. Ой, не споймал. Ё-моё, разбил все тарелки. А нет, одну чашку. Ну ладно, брателло. И на этом спасибо. Поэтому отправляешься ты опять. Беру тарелочку и раз, лусь. И два, лусь. Куда? О, вот это ты прилип, ё-моё, может ты Ипполит? Почему ты прилип? Может тебя звать Ипполит? Лысый, ну-ка покажи, как надо. Ай, пфф,
Хорош, молодец, наша школа, сразу, только покушал, сразу укакался. Конечно же, памперсы новые, чего их жалеть, ё-моё. Ты же на них не зарабатываешь, Лусь, ой, туда так не залазит, Лусь, ой. А домой не хочет обратно. Ну ладно, друзья, значит, если не хочет обратно, вот туда, Лусь, ой. Уважаемые дамы и господа, эта серия пошла чуть-чуть не по плану, и здесь начались вот такие вот танцы, которые я тоже их не ожидал. Поэтому, друзья, уважаемые дамы и господа, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ждите мою следующую упоморочительную, интересную и необычную серию. Все, друзья, всех вас поднимаю и обнимаю.